Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и сегодня у нас с вами довольно-таки необычный видосик, связанный с Ведьмаком. Ведьмак 3, очень популярная игра, необычный видосик, почему, кстати, я не сказал, потому что вообще я на чем специализировался? Точнее, как думали подписчики, которые на меня подписывались, на чем я специализируюсь? Не ори, дура. То, что я... Мне сегодня все отвлекать будет. То, что я... В основном там в GTA, там в МТА, но это так сложились обстоятельства, это так получилось, это вообще случайность, такого произойти не должно было. По идее, я должен был быть человеком, который такой более-менее разносторонний и снимает различные игры, в том числе, почему бы не поиграть в Ведьмака. Ну а в данном случае Ведьмак у нас обзавелся очень интересным обновлением, графическим обновлением, которое должно было сотворить какую-то очень жесткую революцию, там, ну, наверное, не прям так, конечно, как я это сейчас описал. Ну, короче, должен был... Он очень прям... И ждали его люди. Какие классные черные низкополигональный дым с такими черточками по бокам. Давайте даже сходим, то посмотрим, что это горит. Вот. Дело в том, что на глаз я чувствую, что графика поменялась. Но в данный момент я снимаю без RTX, без RTX лучей, без трассировки этой. Объясню, почему. Во-первых, с ними начинает неистово лагать. Я не знаю, у меня видеокарта, ну, далеко не слабенькая. RTX 3070 все-таки куда ни шло, как мне кажется, да? Ну, как я думал, как я считал до тех пор. И на DirectX 12 у меня начинаются просто просадки жесткие. Снимать вообще было невозможно. То есть сейчас запись идет в 30 FPS. В 60 у меня не получается записывать, хотя игра у меня идет сейчас конкретно в 60. Вот. Ням-ням-ням. Я не знаю, надеюсь, лагов не будет, фриза всяких, потому что будет страшно. И... Атмосфера Ведьмака это просто что-то с чем-то. Я поражаюсь тому, что вот здесь вообще происходит. Так, вот этот дым. Ну, сблизи он, конечно, уже не такой страшный, какой был сдалека. А, здесь кого-то сожгли куям собачьим. А, да, это так, чисто этих. Бомжей, да, сожгли? Ну, правильно, надо же как-то потом в конце года статистику подводить, что вот, бедность у нас в стране понизилась. Все правильно, бедность в стране понизилась, бедных просто нахуй сожгли. Так, значит, чем мы сегодня займемся? Я еще не придумал, я решил пока что просто побегать. Пошел нахуй. Вот, и прям конкретного плана у меня какого-то нет, где моя плотва? Давайте я просто немножечко с вами поговорю. А вы уже потом скажете, если захотите, может даже Ведьмак попроходим. Просто я Ведьмак уже прошел. Прошел я его полностью. Прям вот со всеми DLC, кровь и вино, каменные сердца. Все было прекрасно. У меня была хорошая концовочка. У меня Цири осталась со мной. Цирила. Да, я ее сам достиг, между прочим. Теперь Да нет, наоборот, надо быстрее. Вообще, если вы зашли сюда узнать какую-то информацию, вообще, блядь, не туда, ребята. Я зашел чисто ради по кайфу, О, вот как раз вовремя. Вот, я зашел чисто посмотреть, что тут да как. Вы же рыцарь? Да, вы сами меня позвали, придурки. Да каких? Эй, ты, с мечами за спиной! Помогите нам! Но... Тут чудовища! Тебе чего, ведьмак, привет? А мне не больно, да? Вы что, ебанутые? Какие чудовища? Еще у меня такое ощущение, я, возможно, дурак. Вы обязаны нам помочь! Защитите нас от монстров! Он пальцем туда показывает. Ладно, давайте ведьма чуть-чуть ее используем. Я просто давно не играл. Опа. Какая-то... Да. Ну, это мы с этим и быстро разберемся. Кстати, вот из того, что я знаю, это у Ведьмака теперь скорость атаки понизили, типа на геймплей зачем-то повлияли. Зачем это сделали, вообще непонятно. Мне нравилось, когда он быстро бил. А, это скалопендра. Спасибо. Вот. Еще что я хотел сказать. У меня еще такое ощущение, что карта была... Нет, она всегда была справа вверх, потому что снизу слева это было. Да, все правильно. Это уже у меня шиза пошла. Дурацкая скалопендра. Слушайте, может ее сжечь кем? Огонь боишься? Или не боишься? Я ее сейчас быстренько убью. Она мне даже урон толком не носит. Но она слабенькая. У нее уровень 38, у меня там 50 какой-то. Только она быстрая. Ну ничего, мы справимся. У меня красивый, кстати, здесь красивый одежка. Ой, как я отрезал. Ай, две! А я еще думал, что она такая длинная. Салам алейкум. Здорово. Да, алло. Да в смысле? Так дела не делаются. Алло! Да?
дура. Успокойся. Прямо. Иди она. Понял. Все, 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 успокойся. Да. Они мне бабки заплатят? Я что, бесплатно? Я бесплатно не работаю. Так, мы теперь можем тут, наверное, лут с нее собрать какой-нибудь, да? О, да, какие-то всякие пряности. А, еще можно проверить, короче, теперь цветочки, когда собираешь. Где цветочек? Вот, да, не открывается вот эта вот менюшка, которая сейчас открывается, они просто собираются. Это, кстати, очень хорошо, странно, что это изначально так не сделали. Так, придурки, бабки, давайте сюда, я убил. Я убил чудовище, где деньги? Эй, ты, с мечами за спиной, помогите нам, тут чудовище! В смысле, блядь, почему этот увидел, что я убил, а ты не увидел, ты дебил? Эй, вы! Да вот! Вы обязаны нам помочь, защитите нас от монстров! Чего, ведьмак? Да в смысле... Я убил! Ведьмак! Эй, эй! Где ты был, когда нас вампиры убивали? Смотрите, самый главный съебался. А ну сюда иди! Гандон, блядь. Управляющий винодельней. Я тебя сейчас порежу. С мечами за спиной! Помогите нам! Все, пошло нахер, короче. Бесполезно с ними разговаривать, они все какие-то тупые. Короче, мы сейчас находимся в Тусенте. Вообще, Тусент считается самым красивым местом. Ну, как по мне, самым красивым местом является Скеллиги. Мне очень нравится зимняя атмосфера-то. Вот, но здесь тоже неплохо. Здесь тоже неплохо, здесь все может красиво быть. Кстати, можем сгонять сейчас на Скеллиги, чисто посмотреть, как там все выглядит. Да, так вот, насчет трассировки этой лучей. Вы, ребята, объясните, потому что сейчас наверняка в комментариях найдется очень много людей, которые все это прекрасно знают, все это прекрасно понимают. Просто я немножечко не разбираюсь во всей этой теме. Я обычный рядовой пользователь, который узнал о том, что выходит обновление на Ведьмака, как человек, ну, не то чтобы я фанат Ведьмака, но как человек, который прошел ту игру и которому она очень сильно понравилась, я решил зайти протестить. И, ну, в целом, ребята, это все та же игра. Да, она, я вам скажу так, она мне как бы и до этого не казалась какой-то страшной. Она и до этого была, в принципе, приятная глазу. И ну, хз, стоило оно того или не стоило, это уже сами решайте вы. Ну, водичка, вон красивенькая, кстати, стала. Но водичка была плохая. Но сейчас и то водичка с RTX случаем, по-моему, еще сильнее изменится. Длина, остатки еды. Что? Держи. А, мы тут типа что-то делать будем? Что? Я куда-то прибежал. Телелил, ведьмак. Тут на карте какая-то статуэтка. Телелил. Чужак тоже может поучаствовать, или это только для своих? Что, о чем речь? Кабаньими прыжками. Повежливей, пожалуйста. Упа. Алло, ты че? За что? Вы че, дебилы, что ли? Я просто подошел. А можно его ардом уебать? На, получил говна попей. Я ж 50 уровня, дурак. Опа, еще один впрягся. Ой! А может их зарезать просто и все? Ведьмак. Кстати. А у вас. Это я так сейчас включил. Это я сейчас включил. Вы, наверное, это даже не видели, потому что на ОБС посмотрел, этого видно не было. У меня включилась сети. Хрен одна. Короче, неважно, короче, что докопались. Хватит драться. Так я аж одного с одним, чё второй впрягся? Почему я... Вот меня вот это бесит. Так они же меня первые бить начали. Работник. Ну подумаешь, убью работника. Я сейчас не понял. Это как так произошло? Слышишь, у нас они что-то спиздили, блядь. Не дай... О. О! А вот и новая штука. Раньше такого не было. Угол обзора. Глубина резкости. ВСД. Повернуть камеру. О! Смотрите, какая стойка. Мне нравится. Как сфоткать? Перейти. Так, сделать снимок пробел. Снимок экрана сохранен. А куда он сохранен? Я лучше так сохраню. Так проще будет иск найти. Слушайте. Так тут можно такие красивые фотки делать вообще. Взорванные просто. Просто взорванные фотки. Ведьмак как раз лицо что-то умывает. Геральт, смотрите, какая у меня красивая форма. Ну, форма. Этот, броня. Школа змеи. О, вот так. Я даже... Все, я уже в голове у себя представил превьюшку, которая будет под это лицо. Накормили говно. Осуждаю. Так, все, выходим. Как выйти? Эскейп. У нас деньги забрали? Отлично.
Постам пророк или беды, вторая группа. Подождите, или меня должны были отпиздить? Я что-то ничего не понял. Задание выполнено. 13 тысяч осталось. У меня, по-моему, столько и было. Лопата есть. У, сука, буду лопатой пиздиться. Блин, это же надо, блядь, лопатой пиздиться. Это какой-то мудак ходил с лопатой, я помню, страшный такой. Вот так вот. Хорошо, мне на скеллиге надо. Лошадь. Плотва. Скотина, смотрите, спряталась. Спряталась, да, пока меня пиздили. Нет бы помочь. Да вылазь. Побежали. Нам нужно с тобой на скеллиге. Как на скеллиге попасть? Нам нужно на какую-нибудь... Вот сюда нам надо. Побежали. Все. Не торопись. Да я... Да в смысле? Нам быстрее надо. Темнеет потихонечку у нас. Тут уже 5.40. Вот тут в игре 5.43 написано ясно. У меня сейчас 5.30... А. 5... Тут же не американское время. 5.44 здесь утро имеется в виду. А, тогда ладно. Короче, не суть. У меня сейчас в Сочи время 5:30. Ребята, у меня на улице темно так, что ощущение, что часов 12 ночи. Я не знаю, почему так рано темнеть стало. Наверное, потому что зима. Но это херня, потому что раньше так не темнело. Рано даже зимой. Все понятно. Значит, климат меняется. Метеорит. 27 ноября должен был упасть. Странно, почему не упал. Хорошо. Пошли на скеллиге. Я же правильно все сделал? Я смогу так попасть на скеллиге? Остров скеллиге. Вот она. Вот, у меня скеллиги вообще, кстати... А, нет. Каэр Мюр. Да, могу. Отлично. Пошли на скеллиге. На скеллиге просто реально красиво. Прям вот там вот это, знаете, вот такая атмосфера зимняя. Вот мне такое больше по душе. Я люблю в играх больше зимнюю атмосферу, нежели чем летнюю. А в жизни наоборот, мне кажется, я больше лето люблю, чем зиму. Хм, странно. Знаете, это так странно любить одно в одном месте и любить другое в другом месте, хотя это все взаимосвязано. Лунная пыль. Чтобы атаковать чудовище, принявшее нематериальную форму, заставьте его воплотиться. Спасибо. Отличное сторожение для снаряжения для лошади можно выиграть на скачках, а иногда просто найти. Тоже спасибо. Так что да, ребята, вы пишите в комментариях, вы хотите, там, может, Ведьмака мне пройти заново, прям попроходить. Было бы, наверное, интересно. Уф, какая красота. Это я вообще... По-моему, я в самую жопу пришел, да? Каэр Мюр. Каэр Мюр чешо, стоп. Не понял. Я не помню просто уже, честно. Что это за место? По-моему, на Каэр Мурхен похоже. А, это может типа какая-то школа ведьмаков? Старая. Наверное, да. А тут что-то важное, скорее всего, проходило, потому что... Я как будто помню, что здесь что-то было, но что тут было, я не помню. Что это за место? Да пизды знакомые. Опа, что-то спиздить можно. Алхимический порошок, спасибо. А как? Давай аккуратно слезем вот сюда. А, кстати, пофиксили то, что теперь ты, если падаешь там с небольшой высоты, то сразу не умираешь. Бегал по скеллиге. Я же надеюсь, то, что у меня последнее сохранение на скеллиге будет. Я же не надо будет сейчас опять бежать там вот с этого места, где меня бахнули. Ну, пожалуйста. Ну, чисто по приколу. Ну, разочек-то можно меня простить и так не делать? А? Игра. Блядь, загрузки такие долгие. Почему в Ведьмаке всегда такие долгие загрузки были? Я, блин, просто перезагрузку поставил. Кстати, да. Это странная тема. Я просто перезагружаю, оно так долго загружается. Вот в Ведьмаке так всегда было. У вас есть информация? У меня нету. Чтобы использовать умение, приобретите его и разместите в пустой ячейке в правой стороне окна персонажа. Хорошо. Сейчас размещу. Отлично. Мы загружаемся. О, я на скельге появился. Это хорошо, потому что говно место мне здесь не нравится. Пошли вот сюда. Вот, в Каэр Тролле пойдем. Вот это хорошее место. Вот там красивый мост, кстати, есть, с которого можно еще в воду, по-моему, прыгнуть. Слушайте, а давайте прыгнем. Блин, вот Ведьмак такая, знаете, игра, она чисто своей атмосферой. Вот вы можете просто зайти и время в ней провести хорошо. Блять, вот сюжет здесь охерительный. Сюжет прям вообще четкий. А в DLC-шках, если смотреть, ну, Каменные Сердца прикольный был. Да, и этот был неплохой, как его... Как его зовут? Забыл. Кровь и вино. Ну, вообще, в основном все говорят, что кровь и вино самый пиздатый. Ну, наверное, я соглашусь, он неплохой.
Ни один нордлинг не поймет островов. Это Скеллиге! Ну-ка, осторожнее! Так, ты уважаешь наших обычаев! Это ведьма Йеннифер! Есть такое, вообще срать на ваши обычаи. Мне нужно к этому. Кто тут чинит все? Я бы у него купил что-нибудь. Здорово. Так, у него должно быть красивая одежда. Значит, вернулся? Я был прав, а? Нет, ты был не прав. Нужны товары. С удовольствием взгляну на товары. У меня красивая, конечно, этот, как его, броня, но тут есть зимняя. Тяжелый доспех. Плюс... А чё так дорого? Нет, а чё так хорошо, при этом дорого? Бля, вот эту хочу. Доспехи Сундвика. Вот эти у меня, по-моему, как раз-таки когда-то и были здесь. Я помню, я здесь приходил, я у них покупал. Но у них ничего накинуть нельзя будет. Но хотя у них и без этого все хорошо. Сопротивление урона чудовищ, сопротивление стихиям, рубящим 2227-2359. А, так стоп, этот попизже будет тяжелый доспех. А можно взять чисто примерить? Не покупать прям, типа... Блять. Ай, ладно, хуй с ним. Все равно хотел купить. Обувь не буду. Я хочу чисто померить. Блять, надо было сохраниться, что ли. Сумеешь сделать доспех мастера? Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Че с доспех мастера? Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. Че за доспех мастера? Будь здоров. Спасибо. Доспех мастера? Слушайте, а еще, мне кажется, повышенная четкость — это полная хуйта. Сейчас, секундочку. Это графика. Повышение четкости. Так попищем. Хорошо, тут дождь почему-то идет. А ну-ка, подождите-ка. Вот это я хуйту купил. Во! Платье, ебать! Смотрите. Бля, в натуре платье. Нет, это не тот доспех, который я хотел. Ведьмачьи доспехи самые пиздатые. Да что за хуй, это не мое, вот это мое. О, все, все нормально, все четенько. Все четенько. Смотрите, вопрос. Что вы, ведьмаки, будете делать, когда... Нет. Что будем делать? Свои вопросы, великаны, сами. Это брось. Вы расстроили стражу. Не расстраивайтесь, ребят, я ухожу. Так, по-моему, здесь это мост, в котором можно бахнуть и прям красиво упасть в воду. Прям вот так. Да! Рыбкой! Пульф! Сейчас прикиньте, здесь бы штырь какой-нибудь торчал. Вот это веселуха была бы. Вот это было бы вообще четко. Слушайте, ну на скеллиге, в принципе, делать больше нечего. Скеллиге больше делать нечего, и я выплываю. Да и в целом, мне кажется, уже в Ведьмаке. Я все-все показал, все красивые места, которые были. Вообще, ребята, это был видос, обзор на... новую графику в Ведьмаке, я думаю, вы все оценили мой обзор, насколько он был информативным, поэтому, ну, если вы еще не подписались, не поставили лайк, то сделайте это по-быстрому, на этом видос заканчивается. Твари, будешь меня перебивать, я тебя порежу. Всем до встречи, пока-пока.